Вот нажарил грибов, они получились темно-фиолетовые. То есть как сами были коричневые, такие сероватые. Хотя там чуть было фиолетовых в некоторых. Так они все получились фиолетовыми, темными. Ну, по вкусу вкусные. То есть не горькие. Такие хорошенькие. Не прожарят. То есть прожариваются, но не их отварил два раза. Лист, они скользкие такие. У нас тут под елками вместе с маслятами росли. То есть лизота вся ушла. И теперь они вот фиолетовые грибы. Интересные. Первый раз такие жарю. Ну, вчера поел. Отлично все. Смотри, вот.